Здравствуйте, Света. Меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр. Надеюсь, это мой друг Отто. Какой интересный у вас друг. Мы с вами подружимся. Я тоже на это надеюсь. Вы расскажете про своего друга, конечно. О том, как вы живете вместе с ним. Ну, примерно так же, как и вы с вашей Алексой. Это... Мы спим в одной кровати. Вот для чего нужна нам изолента. Можем приклеить дверцу, и никуда ничего не денется из холодильника. Или вот стакан немного начал протекать, и изолента помогла нам. Или вот, например, гости сломали стул. Давайте паспорт. Пожалуйста. Как-то вы быстро сосчитали. Так у вас дата рождения начинается на 1900. Спасибо. Это мой сон. Fun, babe. You mind? Of course, though. Go have a good time. Go see your friend. Go have fun. Okay, you look great. Bye. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверен, мы с самой основой поедем в отпуск куда-нибудь далеко. Наконец-то мы с ней вместе так проведем. Вот он, красавец-туалет, наконец-то появился на Комсомольском озере. То, чего так долго ждали вартовчане. И сейчас мы его торжественно откроем. Ну, теперь надо попробовать, конечно же, как он там внутри. Держи.
Ну, пока он еще не полностью, конечно, установлен. Это еще всего лишь покрышка. Ну, классно, довольно просторно и чисто, что важно. В целом, неплохо. Андрей, какого фига? Что? Ты вообще уже офигел? Почему? Я на твоей куртке не нашла ни одного женского волоса. Ну так это же хорошо. Кто эта лысая тварь? Жан, можешь сделать для меня чай? Не, я имел в виду заварить там все. Так, я понял, с чаем не получится. А есть что-нибудь покушать? И... Все, стоп, 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 стоп! Стоп! Давай нормально поговорим. Что случилось? А ты не заметил? Брови! Нет. Волосы? Нет. Ресницы? Нет. Ноздри? Нет. Я сделала педикюр. Do you wanna play? Do you wanna rob a bank? Do you wanna fight? Do you wanna eat? Do you wanna eat? Ты так даже симпатичнее. Ты горишь как огонь, я. У меня огонь, я. Это любовь или это паранойя? Feel the heat, finishing strong. Put the pressure on for the win. Put the pressure. Просила мужа купить фонарик для собаки, чтобы его на прогулке было хорошо видно. Купил. Как тигр делает? Ох! Ой. Ох, ой, какой рыб!
Как это можно назвать? Меня обманули, предали, меня кинули как лоха. Flicks on from Gettner. What a block. The same player on the deck. Oh,
Оглядывайся на тёлку, когда она уже прошла, ясно? Заметил её метров за 5 и заранее поверни башку в нужном направлении. И? Не понял. Ты не виноват, что её задница оказалась в твоём поле зрения. У него ещё есть этот идиотский приём. Он оборачивается, ждёт, пока девушка пройдёт, как будто её задница случайно попалась ему на глаза. Вот придурок. Польз популярности. Пятый, вам выше. Ноги прям. Yeah.